Химках работают 15 елочных базаров. Найти себе зеленую красавицу жители городского округа могут в любом микрорайоне. Мамед Алиев не первый год продает хвойные перед зимними праздниками, знает все секреты, как продлить жизнь праздничному дереву в домашних условиях. Главное, говорит, добавить немного сахара и, возможно, специальную подкормку. Но и так, рассказывает продавец, ель простоит долго. Деревья выращены специально для продажи и прошли сертификацию. У нас хорошая елка с Перми. Есть елка, сосна и пихта, и очень красивые мощи снимать. Очень хорошая, мы надеемся, будет, торга будет. Цена на новогоднюю красавицу разная, от 700 до 2500 рублей. Все адреса елочных базаров можно найти на сайте администрации.